Тут сейчас Тунгио появился. В этих соревнованиях у пилотов нет права на ошибку. Всего в нескольких десятках метров над землей они развивают скорость до 450 км в час. Заключительный этап мирового состязания на легких одноместных самолетах прошел на окраине тайского курортного города Паттайя. Соревнования проходят в классе «Формула-1». Пилоты летают по эллипсу. 8 кругов выявляют победителя. Чемпионом мира стал американец Тим Коун, 52-летний житель штата Вирджиния. Начинал он гонку третьим, однако смог обогнать своих соперников Джастина Филлипсона и Филиппа Гоффорта, тоже из США. Невероятно счастлив, очарован Таиландом. В восторге от ребят, с которыми летал. Этим занимаются одни из лучших пилотов в мире. Если посчитать, то пилотов Формулы-1 даже меньше, чем астронавтов. Так что стать первым среди них – это кульминация прекрасного лета, прекрасного года. Жду с нетерпением следующего года, чтобы подтвердить свой титул. Длина трассы составляет 1,5 километра. В гонках могут участвовать только самолеты, особым образом модифицированные под такие полеты. Временами они пролетают всего в 10 метрах от земли. По данным организаторов, мероприятие посетило около 100 тысяч человек.